Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы снова поговорим о новинках Victorinox. В предыдущем видео о новинках Victorinox мы поговорили о традиционных ежегодных лимитках от компании Victorinox. А в этом видео я представлю еще две новинки, а именно Victorinox Huntsman и Victorinox Spartan из дерева. Ранее компания Wenger, а с 2005 года компания Victorinox в линейке Delemont выпускали ножи серии 65, 85 и 130 мм с деревянными накладками. Но до серийного производства классических моделей Victorinox из наиболее популярных серий 91 и 111 мм с накладками из дерева дело никак не доходило. Однако в 2017 году все сдвинулось с мертвой точки, и компания Victorinox выпустила нож Victorinox Forester с деревянными накладками. Он был у меня на обзоре, ссылка на него находится под видео. В этом году ассортимент ножей Victorinox пополнился моделями Spartan и Huntsman с деревянными накладками. На накладках ножа Spartan использована древесина грецкого ореха. Она принадлежит дорогим сортам древесины и обладает высокими декоративными свойствами, хорошо полируется, плотная и вязкая, а также устойчива к процессам гниения. Ее рисунок красив и своеобразен. На накладках Huntsman будет использована древесина обычного ореха, которая по свойствам чуть хуже древесины грецкого ореха, однако также является ценной породой дерева. Хотя вполне возможно, что эти модели ножей будут выпускаться с различными вариациями сортов древесины на накладках. Информации сейчас пока еще мало. В общем, ждем появления этих новинок у нашей любимой Ксении. Я думаю, что один из ножей с деревянными накладками я разыграю на своем канале. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам всех благ, всего наилучшего. Спасибо за внимание и до свидания.